Всем привет! Обзор из магазина Fix Price. Сегодня для вас самые интересные и полезные новинки, которые завезли в этот магазин. А перед обзором хочу сказать вам всем огромное спасибо за ваши теплые слова, за вашу поддержку. Мне очень приятно. И по традиции всем приятного просмотра. Подарочный набор в красиво оформленной коробке, которая закрывается. В наборе ручка, блокнот, фонарик, калькулятор. У фонарика уже батарейки в комплекте. Изготавливает Китай, цена 199. А в этом наборе блокнот, ремень и ручка. Все красиво оформлено, цена также 199. А два вида открывалки, состав цинковый сплав, цена 99. Пивная кружка из серии «На рыбалке» 500 мл, цена 77. Рисунок у кружки с одной стороны с изображением рыбы и рака. Изготавливает город Гусь Хрустальный. Мужские подарочные кружки на 23 февраля с интересными ручками на 350 мл. Цена 199, состав грубая керамика, изготавливает Китай. Набор стопок 3 штуки на 50 мл, цена 55. Кружка из серии «Гараж» на 330 мл. Все кружки с изображением старинных машин. Состав «Фаянс», изготавливает Китай, цена 99. Блокнот «Морской стиль», обложка из искусственной кожи, имеет кольцевой механизм и съемный блок из 80 листов, цена 199. Подарочный набор, в наборе липкие отрывные листы разных размеров, ручка и календарь. Календарь на этот и на следующий год, цена 99. Ручка с синими чернилами, которую можно поставить в этом наборе вертикально, сама обложка из искусственной кожи. Подарочный набор блокнот и ручка, цена 77. Прекрасная идея для подарка ко Дню защитника Отечества. Сумка для мобильного телефона представлена в нескольких цветах, цена 99. У сумки два отделения, первое на магнитной кнопке, второе на молнии, куда можно положить телефон, бумажник, ключи и другие необходимые предметы. Размеры 18 на 9 на 2,5 см. Состав полиэстер, нейлон, сталь, магнит, изготавливает Китай. Переходник USB в ассортименте, длина 23,5 см, цена 99. Имеет функцию зарядки и передачи данных, выполнена в виде стильного мужского браслета. В этом наборе ручка, брелок и нож 99. Шариковая ручка 99. Ручка и брелок 77. Подарочные коробки в ассортименте 77. Оригинальная упаковка, дизайна в ассортименте. Размеры 15 на 15, высота 8 см. Коробка подарочная. Крышка украшена декоративным галстуком бабочкой и надписью с пожеланием счастья. Цвета в ассортименте. Размер коробки 17 на 10, высота 4 см. Состав картон, бумага, полиэстер. В магазине вижу 3 цвета. Цена 77. Мяч антистресс в ассортименте. Состав полиуретан, цена 77. Пакет подарочный. Размеры 32 на 26, ширина 12 см. Пакеты в трех дизайнах, цена 50 рублей. Набор ручек в виде инструментов, цена 99. Фляжка на 142 мл, 99. Имеет классическую изогнутую форму, удобная откручивающаяся крышка, закреплена с помощью фиксатора, материал нержавеющая сталь. Открывалка-бутылка, цена 55. Надежная защита, плащ-дождевик на липучке, для защиты от дождя, ветра и мокрого снега. Удобная фиксация на липучках, плотный материал. Состав 100% полиэстер, срок годности 3 года, изготавливает Санкт-Петербург, цена 77. Прямоугольная флористическая губка для создания композиций и живых цветов. Легко режется ножом, как в сухом, так и влажном виде, позволяя создавать композиции любого размера и формы. Надежно удерживает цветы в композиции под любым углом. Используется в качестве базы основы для создания композиций из свежесрезанных цветов и сухоцветов. Губка хорошо впитывает и удерживает влагу, надолго продлевая жизнь вашим цветам. Декоративный ящик, цена 199. Ящики можно ставить друг на друга, представлены в нескольких цветах. Качество отличное, размеры 36 на 12, высота 6 см. Изготавливает Россия, материал дерево и шпагат. Тельняшка мужская с разными размерами. Размер этой тельняшки 46, состав 100% хлопок, цена 199. Тельняшка плотная, внутри начес, изготавливает Россия. В этом отделе завезли очень много интересных книг в твердом переплете по цене 199.
от Елены Михалковой «Кто остался под холмом», от Нарине Абгарян «Манюня». Это потрясающе смешной рассказ о детстве, об одной семье и куче их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. «Один из нас лжет». Джеймс Дэшнер «Бегущий лабиринт. Лекарство от смерти». От душевного писателя Востока Эльчин Сафари «Расскажи мне о море». Дэн Браун «Инферно». Роман, получивший премию «Большая книга. Лестница Якова». Казус Кукоцкого. Новый роман от автора «Один из нас лжет. Двое могут хранить секрет». И снова душевный писатель Востока «Когда я вернусь, будь дома». С описанием «Все важное и ценное ждет тебя дома». И последний бестселлер «Элеонор Олифант. В полном порядке». Снова завезли картины по номерам по цене 199. В наборе основа на картоне с контуром, акриловые краски, вспомогательный лист, кисть и акриловый лак. На обратной стороне написана инструкция по применению, особые приметы рисования и секреты ухода за кистью. От Корнея Чуковского детские иллюстрированные книжки в твердом переплете. «Муха Цикатуха», «Майдадыр», «Лисичка, сестричка и серый волк», «Снеговик и его друзья». Также есть «Айболит», «Рукавичка», «Транспорт» и «Чем питается зверек». Цена этих книг 77. Читабельный крупный текст и яркие картинки. «Мимимишки» уже с одним глазом по цене 55. И еще одна новая книжка «Делаем зарядку». Уникальная серия книжек с глазками, красочные рисунки и веселые истории и приключения понравятся каждому малышу. Большая раскраска из разных мультиков от Disney с рассказами, с разным заданием. И еще есть «Лабиринт». Этот мультик я не знаю, но знаю «Три кита» и мультик «Принцесса». Самая большая книга для раскрашивания – «Макси-раскраска. Чудесные сказки». Внутри 24 сказки-раскраски. Богатая серия, на обратной стороне все виды раскрасок. Новые изображения пазлов на 160 элементов. Цена 99. Термокружка на 450 мл, цвета розовый, синий и зеленый, цена 199. У кружки двойная стенка сохраняет тепло до 4 часов в зависимости от температуры окружающей среды. Удобно пить и не нужно раскручивать. Есть пищевой знак и выдерживает температурный режим до плюс 100 градусов. Состав полипропилен, нержавеющая сталь, силикон, эва. Изготавливает Китай. И в этом отделе наконец-то появились новые детские игрушки. Игрушка-снайпер детям от 6 лет, цена 199. В наборе пистолет и мишень работают от батареек, которые не входят в комплект. При попадании в цель услышите ободряющие аплодисменты. Конструктор «Игровой сад» для детей старше 3 лет, цена 199. Смысл – нужно собрать разные цветы и красиво высадить их на поляне. Конструктор «Робот-воин» для детей старше 6 лет, цена 99. Из двух роботов-воин можно собрать мега-робота с суперспособностями. Настольная игра «Кто быстрее» детям от 6 лет, цена 199. В игре могут участвовать от 2 до 6 игроков, показать свою ловкость, опередить соперника, собрать как можно больше карт. Настольная игра «Сражение роботов» для детей старше 3 лет. Нужно победить соперника в настоящем сражении. Цена 199. В игре могут участвовать 2 игрока, а цель игры – попасть и по голове робота-соперника. Игрушка-вертолет для юного любителя воздушной военной техники – 199. А для детей старше 3 лет работает от 2 батареек, которые не входят в комплект. Игрушка-боевой танк также работает от 3 батареек, которые нужно будет докупить. Игрушка-самолет 199 издает звук взлетающего самолета, также светится и играет зажигательная мелодия. Работает от 3 батареек. Игрушка-солдат по цене 199 и, на мой взгляд, цена чуть-чуть завышена. Солдат-музыкальный светится в темноте, в магазине представлен в 3 цветах. Игровой набор дартс с шариками, цена 99. И на этом я хочу закончить свой обзор. Кто досмотрел это видео, всем огромное спасибо. Пока-пока.